Всем привет! На канале Мультяшки Познавашки! Здравствуйте, наши маленькие зрители! Сейчас я прочитаю вам сказку «Кошкин дом». Садитесь поудобнее, мы начинаем! Бим-бом, бим-бом, загорелся кошкин дом, загорелся кошкин дом. Дым над ним идет столбом. Кошка выскочила, глаза выпучила. Ой, спасите, погасите! Бим-бом, бим-бом, бежит курочка с ведром. Заливать кошкин дом вместе с уткой мы пойдем. Уточка спешит уже, и воды несет в ковше, и гусенок с котелком тушит, гасит кошкин дом. Бежит конь с фонарем, пыль за ним стоит столбом, а собачка с помелом, зайчик серенький с листом. Ну-ка взялись дружно в раз, наконец пожар погас. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик.